Всем привет, с вами Хиси. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Мы продолжаем наше приключение. И я думаю, сделаем полный экран. И да, начнем. Остановились мы на том, чтобы построить ферму. И все такое. Обустроили наш домик, сделали от фермы туда. Такую, не знаю, как даже назвать такие палочки. И давайте ляжем спать, потому что ночью нам нечего делать в нашем дворе. Можно и так назвать. Сегодня я бы хотел сделать шахту и добыть немного довольно полезных ископаемых ресурсов. Ну, как всем угодно, как все произносят это. Я это называю железо, алмазы, золото и, конечно же, уголь, который мне, кстати, довольно понадобится. Так, ну что ж, давайте копать и разговаривать. Я снял все обо всем номер 5. Вы можете посмотреть. Я там сделал вместо, конечно, лица тролля. Хотя я же показал один раз лицо, вы могли его видеть. И вначале там был, я посмотрел маленький баг, но потом все настроилось. Как видели, там немного подвисло. Но уже все настроилось, и все, я снова снимаю, и мне нужна новая кирка. Потому что и новый меч, и новая лопата. Новая кирка, новый меч. Новая кирка и новый меч. Блин, не так, ну, так и так. Все это мы сейчас убираем, это нам не надо. Так, меч мы сюда. Все, играем. Камешек. Играем снова же. Я собираюсь сделать такую, чтобы шахта переходила в пещеру как-нибудь. Вот такой какой-нибудь стайл. И насколько у нас на звуки? На 50. Это нормально. Что еще можно сказать? Что еще? Может быть, я какой-нибудь новый проектик замучу. Скоро буду продолжать моды, потому что моды я очень давно не снимал. Кстати, да. Моды в Майнкрафт, обзор багов тоже очень давно не снимал. Ну вот только начинаю летсплеев Майнкрафт так приготавливаться, снимать. Черт. Понятно, заявили мне новость такую. Ладно, кто поймет, сейчас время у нас 15:13:55. Кто вспомнит, кто отправлял. Ну, я думаю, что я такой forever alone, что мне пишут только мои три друга. Это мистер Слайд, Вадим или Шадоу, который со мной снимался с мистером Слайдом иногда. И, конечно же, Мунчик. Или уже там Лайфайру. Или Макс. Да. Блин, зачем мне тут два факела? Так, на каком уже уровне? Мы уже на уровне 49. Это плохо. Потому что мне нужно ниже уровня. Мне нужно опуститься на 25 под днищу. И хотя бы на 30 уровень. Потому что 50-49. Я что-то не понял. А как же? А что ж тогда это был баг? О, черт. Тогда это плохо. Очень плохо. Ладно, пофиг. Вот сейчас вот только 49. Это печальненько. Ну ладно, пофиг. Копаем вниз. Мне очень нравится копать вниз. Это мое самое любимое занятие. Еще я люблю копать под себя. Но это не самое мое любимое занятие. Мне нужно где-нибудь тут сейчас верстачок сделать. Так что у меня слишком много дощек, там мне не понадобится. Ну вот сюда. Как-нибудь вот так вот я сделаю. И сделаем новую кирку сейчас.
сделаем, потому что она сейчас уже сломается. Даже две давайте сделаем. Так, 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 так. Раз, два. Так. Я вот думаю, поменять ли мне значок, который у меня слева, или нет. Потому что мне написал как раз вот Мунчик, что у меня очень говно. Такая говняная железная кирка и очень маленькая надпись Мегахиста. Я подумал и, наверное, сейчас пойду, когда будет монтироваться, делать какой-нибудь новый значок в моем любимом панте или в моей любимой Helicon Filter, с которого я делаю там все, потому что картинки я делаю только через Helicon Filter, очень хорошая программа. PaintNet, ну, все, наверное, знают, что такое PaintNet. Блин, только 39-й, что за фигня? Еще так долго копать? Я на каком-то уровне, у меня дом на сотом. Я уже копаю не меньше 5 минут, наверное. Ну, хотя время может идти очень медленно. Тут уже начинается какой-то бильбердень какая-то. Я думаю, камешек я поставлю потом на плавку и всю эту землю заменю камешком, потому что у меня камешек ставил в моей мини-пещерке, и я, конечно же, переселюсь из этой пещерки. Так, кстати, про камешек будем подниматься? Я думаю, нет, не будем. Так, уголь. Так, что это у меня там под ногами? А, это ты, мячик старый. Сдутый мячик. Так, ладно. Не будем говорить о мячиках, потому что о мячиках не так интересно, как, блин, у меня легкая стоит, потому что играл я там на одном серве, пытался снять что-то, но у меня совершенно это не получилось, и я так и не поменял сложность. Так что извините, всегда играл на легком, сейчас буду играть на нормальном, да. Так, пятый уровень, только пятый уровень. Я еще не... Ох! Да, вот это я люблю, вот это я очень обожаю. Я сделаю себе кирочку, если сейчас повезет еще, и меч. Так, я думаю, это я закрою сейчас. Заберу отсюда факел. Это все. Закрою ближничком. Почти все. Черт, не так закрыл. Тут вот так. Так. Ох, где тут у меня? Так, все, окей. Копай дальше, копай. Не замечай булыжника. Копаем, но надеюсь, я не буду его замечать, когда буду копать. Так, ага, вот так. Все, окей. Копаем дальше. Сейчас сломаем вот туда, ломаем кирку. И сейчас мы сделаем каменную кирку, я даже, ой, железную кирку, черт, зачем я это делаю? Так, верстак от нас довольно далеко, так что я еще запасусь одним верстачком. Не зря я добывал столько, офигеть, сколько много камня. Сейчас мы наделаем тут у нас печек. Я люблю печку, печка. Так, плавим тут все наше железо на одном угольке. И пока у нас плавится железо, я копаю дальше и продолжаю, как это, необычно болтать. Потому что очень люблю я болтать, особенно когда мы сегодня с моими друзьями, с Максом и с Вадимом или с Шадоу и Мунчигом сегодня посмотрели, ну как... Они там продолжают смотреть в данный момент The Walking Dead от Black Silver 2. Посмотрели эпизод 1, вторую серию. И посмотрели эпизод 2. Ну, я посмотрел только половину серии, первую серию. Ух ты, какой же сюрпризик у нас тут нас поджидает. Это же изумруд, черт возьми. Он еще только на 21 уровне, это круто. Так, ну что ты там у нас плавишься, да, дружок? Дружок. Я не знаю, что я еще, наверное, сделаю. Я сейчас, наверное, еще сделаю ведро и опущу его на дно. Так, железная кирка. Сейчас мы с тобой все сделаем.
Когда тут вот все. Тут же. Ставим факел тут вот. Тут где-нибудь тут. Так вот. Все тут тоже. Так, на каком мы играем? На ярко вроде. Все тогда окейшки. Два железа. Ну, я думаю, что мы еще найдем. Так, изумруд. Давай-ка ко мне. Achievement get. Изумрудик. Стоп. Это шутка? Нет, это шутка, да? А, я, похоже, знаю. Я знаю, это у меня просто старый русификатор. Сейчас сделаем вот такой русификатор. И что-то у нас покажешь это? Черт. Это изумруд. Ну, тогда будем с этим русификатором, потому что тот русификатор слишком тупой. Алмаз от изумруда не может отличить. Ну, как это возможно? А, я когда-то играл в синглплеер мире в своем старом, который я вам, кстати, не показал. Уже третью серию обещаю показать вам, но всегда забываю, потому что довольно много дел у меня. Как много дел, мне нужно во все успеть поиграть за такой маленький день. И, да, маленький день, 24 часа. Если считать, что я просыпаюсь в 7 и почти сразу сажусь за iPad, потом смотрю его полчаса, потом играю в Xbox немного, и потом уже сажусь где-то под 8:30 в компьютер, то довольно мало времени мне остается поиграть. И всего лишь 12,5 часов. Довольно мало. Так. Или не 12. Ну, сейчас считать мне довольно лень. Потому что... Да, потому что лень. Так, копаем вот таким вот способом. И тут делаем маленькие туннельчики, куда можно проникнуть. Например, вот тут вот. Снизу вверх. Точнее, вниз. А там будет потом наверх, я думаю, тут вот мы закончим. Потому что тут я пока что ничего не хочу делать. Я пока хочу прокопать вперед. Погодите-ка, похоже, у меня наушнички лагают. Да, у меня наушнички лагают. Просто мне послышали, что тут где-то поблизости лава. Я думаю, хороший результат, один изумруд. На сегодняшний день мы построили шахту, добыли очень много камешков, добыли один изумруд, сделали себе железную кирку, железный меч. И еще два железных слитка у нас осталось. Я думаю, это довольно хороший результат. Сейчас мы ляжем спать, если там ночь. Проснемся, сходим на ферму, и на этом я закончу. Стоп, стоп, стоп. О, не пугайте меня, я потому что тут уже коренная порода стоит. А там печка с верстаком, это еще нормально. Мам, у меня, кстати, еды, нужно сейчас ходить за едой. И потом нужно, кстати, кожу сохранить не для брони, а для книжек. Потому что я же нормально играю еще. Угу, только я хотел сказать, ни одного моба не встретил. Ну, ладно. Так, ложимся спать. И на этом мы, наверное, сейчас закончим. Сейчас все там сгорят. Где же он тут где-то прям прячется? Он меня раздражает своими костями. Просто, может быть, ты тут? Нет, ты не тут. Довольно, кстати, много мы камня добыли. Я думаю, я 44 камня оставлю. Деревья. Ага, нет, это не ты. Ну, стреляй, что ты? Что ты? Красиво стрельнул, но... Зато... Ау, что? Мимо ты одира... Эпический. Так, ну ладно. Лук. Я не ожидал такого поворота событий, что... Это кульно. Вообще, я... Не ожидал на такое... Закапываем тебя стрела, ты будешь храниться под землей. Ну, это совсем неожиданно. Конечно, он очень сломанный, но сейчас мне пофиг на луки. Мне просто пофиг. Я думаю, я сейчас. Так, все, давайте соберем огород и на этом закончим.
Лук. Ха-ха, лук. Это вообще херенно. Просто лук. А, я забыл, где у нас ферма. Но, конечно же, наш столбик помогает. И там джунгли. Я их тоже иногда не замечал. Может быть, в прошлой серии замечал. Так, что у нас там в ферме? На ферме у нас ничего. Заявляйте, мне пора добыть. Так, дай мне семена мои. О, я вас не подобрал. Извините, так. 9 семян. 9. Много больше. Ну же! Вот, все. 13 семян. 13 семян мне хватит. Так. 13. А может быть и нет. 11 еще. Тут тогда у нас получится 8. Щит! Пойду еще одну семяну добуду. И... вот, все, спасибо. И у нас с этого момента полноценная ферма. Так, тут некрасиво ты смотришься. Длинный блок стоит тут. Хотя ты тут тоже некрасиво смотришь. Так, про факелы не забываем. И бежим домой. Что мы кладем? Мы кладем дофига булыжника. И на этом заканчиваем чертову серию. Она, наверное, будет долгая. 10 минут, я думаю. Или 15. Я не засекаю. А может быть, потом даже начну засекать. Так, входим в домик. Тут нужно тоже построить что-нибудь. Так, входим в домик. Шахта. Что с тобой делать, шахта? С тобой мы пока ничего не будем делать. И кладем слишком много булыжника. И на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Мегахиста. Подписываемся, ставим лайк и все такое. Всем пока.